Здравствуйте, друзья! Сегодня я решил записать видеоотзыв для Федора Васильева. Итак, некоторое время назад я придумал несколько стартапов, и для них нужны были веб-сайты. Сначала я думал, что я справлюсь своими силами, стал искать разные шаблоны, разные платформы именно для доски объявлений. И на YouTube просмотрел очень много видеоуроков. И мне понравился канал Федора Васильева. Я понял, что человек очень хорошо знает тему. И обратился к Федору за помощью. Мы обсудили техническое задание, обсудили все нюансы. И я заказал сайт у Федора Васильева. Он это сделал очень-очень быстро, примерно за неделю. И мне очень понравилось, что этот человек очень отзывчивый, очень терпеливый. Он объясняет, он обучает порой несколько раз то же самое, когда человек меня что-то недопонимает. Вот и мы сделали вот первый проект. Это доска объявлений на платформе Joomla. Для литовского рынка все прекрасно, все очень хорошо работает. Тут есть пару таких неординальных решений, которые именно предложил Федор Васильев. Вот, и за неделю мне он сделал этот сайт. Потом сделали мы сразу еще один проект, это еще одна доска объявлений. Вот, тоже все прекрасно работает, я не знаю, как вам все видно, но результатом я более чем доволен. Все очень-очень-очень даже. На данный момент мы делаем еще один проект, он посложнее, там есть несколько таких очень сложных задач, и Федор с легкостью нашел решение, как их воплотить в реальность. Так что я всем рекомендую, думаю, что этот человек точно профессионал, особенно на платформе Joomla, и результатом его работы я более чем доволен. Спасибо Федору Васильеву.